Лер, Лер, ну посмотри, как красиво. Люблю, очень красиво, правда, но, блин, нет того волшебства уже, настроения такого. Может, я просто старая уже стала, я не знаю. Лер, иди сюда. Смотри, смотри, вот мальчик очень похож из фильма, под каждый Новый год показывают, один дома. А, блин, точно, слушай, правда, реально очень сильно похож. Марк Серкин. Он еще и высылает бумажные открытки, как раньше, с новогодним настроением. Так вот, это волшебство и новогоднее настроение, которого, видимо, ей так не хватает. Сейчас я ей закажу эту новогоднюю открытку. Спасибо Марку, это реально очень крутая идея. А давайте-ка проверим, сможет ли Марк осчастливить всех своих подписчиков. Ведь ему уже написали свои адреса сотни людей.